предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка от бренда Benitra Bini – это туника Эдита. Вы уже представили, в чем вы будете встречать Новый год, ну а потом, в чем вы будете всегда пребывать в Новом годе. Знаете, очень часто бывает, что мы открываем гардероб и понимаем, что там ничего нормального нет. А тут у вас будет такая шикарная туника, которую вам захочется носить хоть каждый день. Туника от бренда Benitra Bini, туника Эдита. Это у нас с вами изделие, которое изготовлено сразу с имитацией двойки, что дает возможность вам не думать, как подготовить свой образ и что накинуть на блузу. Второе, вы получаете выгодный архитектурный крой, который скрывает карманы, но при этом дает возможность ими пользоваться. И, конечно же, правильная изысканная конструкция. Ну и, безусловно, конечно же, кроенный трикотаж с добавлением метанити, что дает возможность практически изделию быть мягким, но при этом достаточно изысканно блестящим. Мягкое, комфортное полотно. Звездный стилист Микола Комендров оценил и тактильные ощущения, и вообще внешний вид этой туники. Да. Бирюзовый цвет, как вам? Очень эффектно, очень ярко, голубой цвет. Слушай, Микол, ну для голубоглазых красавец идеально подойдет. Цвет хаки, кому ты порекомендуешь? Это, конечно, оттенок выберут дамы, у которых есть легкое покраснение на коже или щечки всегда красные. Зеленый цвет будет нейтрализовать, как корректор. Вот этот цвет называется бордо, да, красный цвет. А вот этот цвет, смотри, баклажановый. И очень эффектно он смотрится. Оп, смотрите, да, с розовым сочетание оттеночком. С розовым. И, конечно же, у нас с вами есть хорошее такое интересное сочетание молочного цвета. Он также с добавлением розовой основы. Да, вот 6 цветов на выбор. Цена 1299 рублей, скидка 45%. И цена у нас зафиксирована только на один день за все размеры. Она действует от 46 до 68. И уже сегодня за один эфир утренний было продано более 1000 таких туник. Успейте сегодня заказать свою неповторимую тунику. Кстати, ни в одном магазине вы не найдете ничего подобного. Это эксклюзивная коллекция только для шоп-н-шоу. Как с размером правильно определиться, Микола? Как речь идет у нас с вами о бренде Benitra Bini, мы выбираем с вами смело размер в размер от 46 по 68. Здесь размеры сдвоены. Оливковый цвет вам сейчас демонстрировала Евгения. Хаки он будет называться в заказе. Она выбрала себе по верху 52. По верху она выбрала 50/52. Анастасия выбрала 46/48, потому что обладательница 50-го, где-то 48-го размера. Оля выбрала для себя 48/50 в красном цвете. Смотрите, как она их сочетает с узкими леггинсами и сапожками. Знаете, такая классическая русская стилистика, интерпретация образа. А вот Марина выбирает для себя 48/50 в голубом цвете и добавляет к нему такой изысканный берет с добавлением шерсти. Это называется кепи Виктория в заказе. А вот лучше готовыми образами сегодня и заказывать, потому что бесплатная доставка снижена. Она действует от 3990 рублей. И заказывая готовые образы, которые всегда идеально сочетаются от бренда Benitra Bini между собой, мы уже можем максимально сэкономить. Знаете, девчонки, вы наверняка со мной согласитесь, особенно зимой, надевая что-то такое по фигуре, нам хочется сверху на себя для уюта накинуть. И чтобы нивелировать все вот эти вот жировые складочки. Посмотрите, как эффектно выглядит эта туника. Ощущение многослойности. Тебе нравятся многослойные комплекты? Что касается именно эффекта многослойности, я обожаю многослойность. Я всегда накидываю сам по несколько изделий и рекомендую своим покупателям. Но если крупные дамы, они чаще всего боятся многослойности, хотя бояться нечего. А здесь тем более не нужно бояться, потому что все уже скроено в едином изделии, но при этом эффект многослойности мы с вами получаем. Такой вот красивый зеленый цвет выбирает для себя Евгения. 50 по плечу, хаки он будет называться в заказе. Мне нравится сочетание с серым. А серый у нас с вами главный цвет следующего сезона. И туника не имеет, кстати, вот если говорить о сезонности. Ее можно носить в прохладное лето, ее идеально носить сейчас зимой. Конечно же, встретимся весной и осенью, мы также будем ее эксплуатировать. Итак, друзья, вы сегодня выбираете сезонную тунику, которая очень приятная по тактильным ощущениям. Помните вот это известное правило: чем плотнее, тем стройнее. И вот за счет плотности, посмотрите, как эффектно сидит по фигурке. Ну и вспомните, после новогодних праздников нам такая туника очень даже пригодится. Смотрите внимательно на мой живот. Фух, выдох, фух, вдох, фух, выдох.
Вдох. Видите, ничего не меняется. Ощущение такое, что я как была стройная, так и осталась. Вот она, загадка, которую хочется спрятать, особенно после того, как мы немножко попрячемся. Туника, которая расслабляет и раскрепощает. Мне нравится. Микола, моей маме очень понравился воротник. Она любит, когда шея закрыта. Да, здесь воротник у нас с вами стойкий, не прилегающий к шее, но при этом хорошо контурирует именно зону у нас с вами лица. Безусловно, красивое сочетание, которое имитирует двойку, дает возможности вам выглядеть стройнее в своем весе или даже наоборот его убавить. Ну а, конечно же, помогает нам в комфорте наш материал, который выполнен с добавлением метанити. Даже сделаю с вами пометку, то, что метанить, она отличается от люрекса тем, что она менее пушистая и менее проявляется на материале. И давайте посмотрим с вами на саму фактуру вязки кроеного трикотажа и, безусловно, конечно, сочетание. Смотрите, хаки оттенок сочетается с серым, а красный цвет сочетается с розовым, фиолетовый с розовым у нас идет с вами, голубой оттенок добавлен к нему серый цвет, а бирюзовый с серым и бежевый с розовым. И вы видите то, что здесь у нас присутствует метанить в небольшом количестве. Она не колкая, она очень мягкая, она не прикасается к вашему телу, потому что выведена только на лицевую сторону, а ее мелкий блеск дает возможность все-таки создать какой-то эффект праздник. Мягкая, нежная. И знаете, это как послепраздничное послевкусие. Конечно. Когда заканчиваются новогодние праздники, нам хочется вот это ощущение праздника продлить повседневной, в обычной жизни. Вот это туника нам поможет это сделать. Итак, 6 цветов на выбор. Туника Дита от бренда Benitra Bini за 1299 рублей сегодня представлена. 45% экономии и любой размер, какой вы сегодня не возьмете, от 46 до 68. Цена у нас будет зафиксирована на все размеры. Микола Комендров, видите, как уже смеется и улыбается? Ему нравится ваш будущий праздничный, блистательный образ. Он вызывает улыбку и восхищение.